Всем криптопривет! Рынок криптовалют продолжает консолидацию и при этом по инерции скатывается с горки. Такое топтание на месте. Один шаг вверх и два вниз. Все это происходит на фоне негативных новостей, которые сгущаются над криптой по всему миру. Даже в Давосе этой теме посвятили целую панельную дискуссию и нагнали дополнительного депрессника. Эх, смотрим, что у нас там с котировками самых популярных криптовалют на данный момент. И что их ждет через неделю. Как мы и обещали, биткоин всю неделю занимался укреплением. Нащупать опору ему мешали, поэтому в своем консолидационном порыве до 13 тысяч долларов он не дотянул. И не дотянет в ближайшие 7 дней. К 4 февраля ждем его на отметке 10 400 долларов. Эфир потрепало на 2,5%. На данный момент наш прогноз оправдался, а вот следующую неделю эфиру волей-неволей придется поддерживать общее настроение. Мы ожидаем около 10% просадки и цену в 945 долларов. Ripple стал чемпионом унылого настроения. Более 18% за неделю. Он сполна отхватил за свою нерасторопность в прошлый раз. Мы не прогнозировали такой прыти, но направление и намерения описали верно. Дальше больше. Уверены наши аналитики, к 4 февраля Ripple опустится до 89 центов, а это почти 35% стоимости. Bitcoin Cash продолжает катиться вниз, почти 7% потерь. На прошлых выходных у него явно была лихорадка. Котировки зашкаливали за 2000 долларов. Поэтому до ожидаемых 1185 он не дошел. Но дойдет. Аналитики Альпари обещают, что этот уровень Bitcoin Cash все-таки сдаст. Силы на исходе. Лайткоин не смог отыграть потери прошлой недели. Под общие траурные звуки он уступил без какого-либо сопротивления еще 6%. К 4 февраля лучше лайткоину не станет. Его место на 157 долларах. Посмотрим. Кстати, свое место в топ-5 лайткоин уже откровенно слил Кардана. Эта криптовалюта тоже не отрывается от коллектива. Ее штормит, хотя на ногах пока стоит твердо. Вы просили рассказать про Tron. Рассказываю. Как вы знаете, в Китае с сентября прошлого года запрещены ICO и криптовалютные биржи. Но китайцы народ предприимчивый. Образовавшуюся пустоту нужно было чем-то заполнить. Ну, они и заполнили. Китайские соцсети, разработчики электронных игр, микроплатежные системы, провайдеры IP-телефонии выпустили свои виртуальные валюты и успешно двигают их китайцам и не только. Очень быстро Tron смог выйти в топ-20 по рыночной капитализации, которая составляет почти 4,5 миллиарда долларов. В ближайшие дни Tron будет следовать за общим движением крипторынка, а он может снизить на 10% до 500 миллиардов долларов. Поэтому, по мнению аналитиков Альпари, стоимость Трона может упасть до 6 центов и ниже. А теперь про негативный новостной фон, который навел шороху на всем крипторынке. Аудиторская компания EY провела исследование крипторынка за 2017 год и сделала любопытные выводы. Криптоинвесторы вкладывают средства на рекордных скоростях. В среднем более чем 300 тысяч долларов в секунду. Более 10% инвестиций в ICO или 3,7 миллиарда долларов потеряны или украдены хакерами. Больше всего участников ICO замечено в США на 1 миллиард и 31 миллион долларов. Китая на 452 миллиона долларов и, та-да-дам, в России на 310 миллионов долларов. А еще исследователи сказали, что отсутствие фундаментальной оценки и осмотрительности инвесторов, нечеткие правила, повышенное внимание хакеров и перегруженность сети приводит к крайней волатильности рынка ICO. Правительство Южной Кореи продолжает демонизировать торговлю эфиром и биткоином. Теперь от инвесторов требуют перевести виртуальные счета в реальные банковские счета, чтобы продолжить торговлю. Система регистрации реального имени для криптовалютной торговли начнется уже на следующей неделе в 6 банках. Прозорливая Япония готова принять криптобеженцев из Кореи и отжать часть активного рынка. В Давосе криптовалюте посвятили целую панельную дискуссию. Ничего хорошего и полезного в ее адрес не прозвучало. Более того, в кулуарах журналистам наговорили такого, что крипторынок здорово приуныл. Йозеф Стиглиц, Нобелевский лауреат,
Криптовалюта должна быть объявлена вне закона. Она в основном используется для незаконных целей, отмывания денег и неуплаты налогов. Адам Лудвин, исполнительный директор Chain. Мы имеем множество критичных отзывов о криптовалютных активах. Главными проблемами называют слабую эффективность, трудности масштабирования, переоцененность и низкий уровень управления. Алекс Вебер, директор швейцарского банка UBS. Банк не будет торговать биткоином или предлагать его клиентам из-за ожидаемого значительного снижения стоимости, вызванного регулированием. Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan Chase. Все уже достаточно сказали о биткоине. Я больше не буду говорить о биткоине. Я лично не понимаю ценности чего-либо, что не имеет реальной ценности. Все остальные могут делать все, что угодно. Мне все равно. Навалились прямо всем миром. Интересно, чего они хотят больше? По-тихому покончить с криптой или расшатать волатильность на 10 баллов? Ну и на закуску все-таки немного позитива. Американский рэпер 50 Cent, который уже пару лет испытывает серьезные финансовые проблемы, внезапно разбогател благодаря криптовалюте. Шутки ради, в 2014 году он продавал свой альбом за биткоины. Тогда он выручил всего 700 монет. Про эту криптозаначку рэпер вспомнил в конце прошлого года, когда биткоин подорожал до 12 тысяч долларов. Продав свою криптовалюту, 50 Cent выручил около 9 миллионов долларов и решил все свои финансовые проблемы. Подумайте, может и вы когда-нибудь что-нибудь и кому-нибудь продавали за виртуальные деньги? На этом у меня все. Увидимся через неделю, подведем итоги и поговорим о грядущем. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте колокольчик на обновления, чтобы не пропустить очередной выпуск нашего Криптодайджеста. Пока!